Всем привет, с вами Олег Детройт, и сегодня я решил сделать отдельно такое видео на пасхалку от сайта ding.com. И для тех, кто не в курсе и кто не видел, а может быть, кто просто не дотерпел до конца мой 11-минутный ролик про пасхалки Google, советую его вам посмотреть. А кто не дотерпел, для тех мини-версия. Итак, значит, для олдфагов они как бы знают, о чем я буду говорить. Для ньюфагов, кто не знает, тому я сейчас объясню. Раньше была такая игра, называлась она Contra. Да-да, не Counter-Strike 1.6, а именно Contra. Итак, и там, чтобы получить, например, 30 жизней, нужно было набрать следующую комбинацию. Клавиатур тогда не было, и были только джойстики, точнее геймпады, как их сейчас называют. И значит, чтобы получить 30 жизней, нужно было нажать вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, Б, А, И. Какого хрена ничего не происходит? Должна играть музыка Рик Эстли. Она почему-то не играет. Ну, вы знаете, да, наверное, это Never Give, Give You Up. Но почему-то она не играет. А, у меня раскладка, кажется, русская стояла. Ну, давайте все сначала. Итак, код на 30 жизней. Вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, Б, А. Ну и... Блин, какого хрена? Только сейчас это работало, а сейчас уже не работает, как я только начал снимать. Что за дерьмо? Давайте еще раз. Вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, Б, А. Ура!